Ну что ж, мы продолжаем. Королева, твои стаи готовы. Вторжение в Августград начнется по твоей команде. Да начнется. Керриган, что ты натворила? Тысячи людей погибли ради твоей мести. Их кровь на твоих руках, Арктур. Все это началось из-за тебя. Я вершил страшные дела ради великой цели. И я буду делать все, чтобы защитить человечество от чудовищ вроде тебя. Слова — твое главное оружие. Но сейчас они тебя не спасут. О, у меня есть разное оружие, Керриган. Я всего лишь хотел попрощаться. Наши передовые стаи несут большие потери. Тираны используют пси-разрушитель. Он поражает наш общий разум, разрывая нас изнутри. Поле быстро убивает любого зерга. Понятно. Слушайте меня все. Силы Доминиона вот-вот начнут атаку. Они пытаются отвлечь нас от атаки на пси-разрушитель. Да, и мы сделаем вид, что купились. Загара, ты управляешь роем, будешь держать центр. Стуков, прикрой основные силы с флангов. Дихака, от тебя зависит все. Это устройство использует вашу псионную сеть. Но я не вхожу в нее. Она мне не нужна. Именно. Собирай свою стаю. Спецназ высаживается. Во главе с Чурбаном безмозглым. Посмотрим, на что способен твой пси-разрушитель, Минск. Рой несет большие потери. Нужно срочно отключить это поле. Дихака. Это центральный узел пси-разрушителя. Устроим ему аварийную остановку. Эти энергетические узлы служат для увеличения дальности действия пси-разрушителя. Уничтожь их, и поле на некоторое время прекратит действовать. Это поле не опасно для меня. Я уничтожу эти энергетические узлы. Как только поле будет отключено, Рой сломает их оборону. Значит, пора действовать. Да. Что это за существо? Я расту. Так, я, нам похоже сюда. Тиранская машина где-то сверху. Я уничтожу ее. Да. Вали их. Зерги! Здесь? Быть этого не может. Ранен должен позаботиться о ранах. Минус один. Я должен идти собрать свою стаю. Мы вернемся и уничтожим следующий узел. Поле разрушителя больше не действует. Подготовьте улей к сражению. Пси-разрушитель перенаправляет энергию. Поле скоро восстановится.
Держи меня в курсе, Иша. Пришло время сокрушить Доминион. Та-да. Нам нужно больше минералов. Вперед! Атакуйте, пока поле отключено! Ага, кого-то это так легко. Нам нужно больше минералов. Позабочусь об этом. Что на этот раз? Они сами напросили. Говори. На вас наберешься.
нужно больше минералов. Что на этот раз? Обнаружен энергетический скачок. Поле разрушителя скоро начнет действовать. Нам нужно больше минералов. Нам нужно больше минералов. Так, нехорошо. Всем войскам отступить к улью. Наши войска атакованы. Зараза. Керриган, сегодня ты и твой рой в последний раз угрожаете человечеству. Дихака, поле снова включилось. Я отвела рой назад. Теперь твой черед. Моя стая готова уничтожить энергетический узел. Молодец. Тут перемены. Эссенция течет. Это устройство источает огонь и смерть. Я должен подтащить его. Эссенция. Я следую. Наготове. Дехака, возвращайся. Твою. Я меняюсь. Наготове. Нас ждут перемены. Выполнено. Я еще вернусь.
Молодец, Декака. Поле отключено. Смерть доминионцам. Разрушителя скоро будет восстановлено.
Остался только один энергетический узел. Уничтожь его. Мы снова сломаем ваше оружие, тираны. Уничтожим энергетический узел. Ваш час настал. Да. Соберите их эссенцию. Близы умеют. Не хватает надзирателей. Разнообразить жизнь игроку. Отряд изначальных зергов прибыл. Атакованный улей. Еще одна группа изначальных зергов на подходе. Я следую. Задача выполнена. Я еще вернусь. Ну давай. Теперь поле пси-разрушителя отключено навсегда. Мы должны во что бы то ни стало уничтожить пси-разрушитель. Все в атаку! Во имя Роя! Хип-хип, ура! Не хватает надзирателей. Не хватает надзирателей. Энергетические узлы уничтожены. Убейте тиранов. Поглотите их эссенцию. Так много эссенции. Я меняюсь. Их эссенция будет моей. Враг атакует улей. Больше эссенции. Thank you.
демоны. Я следую. Эссенция. Не хватает надзирателей.